Свиные медальоны в духовке. Пошаговый рецепт. Свиные медальоны очень легки в приготовлении. С этим блюдом справится даже начинающий кулинар. Мясо получается невероятно сочным, пропитанным ароматом чеснока и розмарина. Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится. Приготовление свиных медальонов в духовке. Для приготовления свиных медальонов идеально подходит карбонат. При желании можно использовать любую филейную часть свиной туши, например, шею. Нарезаем карбонат шириной примерно 1,5 см. Раскаляем сковороду, добавляем растительное масло и обжариваем кусочки мяса. Держим буквально по 1 минуте с каждой стороны. Совет. Для обжарки идеально подойдет сковорода-гриль. Снимаем полуготовое мясо со сковороды. Форму для запекания застилаем фольгой. Посыпаем морской солью и веточками розмарина. Выкладываем на фольгу обжаренный карбонат. Сверху выкладываем очищенные зубчики чеснока. Немного солим сверху и посыпаем веточками розмарина. Заворачиваем мясо в фольгу и отправляем мясо в духовку. Запекаем 20 минут при температуре 180 секунд, подаем на стол готовые свиные медальоны с гарниром и соусом. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк.